блять, братан! DRS is now enabled. Will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Как ты меня заколебал? Да, он тупо меня в жопу, блять, долбит. Он задолбал меня уже. Теперь по Бобникова. Жень, ты не видел меня под телек? Расы ебаные. Давай помедленнее потом. Чё? Давай помедленнее, говорю. Меня по-любому, блять, выбили, потому что у меня машина неестественно стала, блять. А сам там 33 с чем? 33,4. Здесь, блять, пидорасы конченые. Очень неплохо. Я буду ругаться, и мне поебать. Потому что, блядь, меня черики просто, блядь, выбивают с трассы, блядь. Спасибо. Ехал, блядь, просто охуенно, блядь. Я сам от себя такого не ожидал. Но на, блядь. Получил, блядь, проехал. Вообще так нельзя говорить, когда ты популярный, когда ты ноунейм, всем похуй на тебя. Даже когда популярный, всем похер, потому что это если на тебя жалобу напишут. Потому что у нас нету, никто не твич, у нас нету Twitch Россия. Какой-нибудь херней. Кстати, никто не занимается. За охуенную гонку животное, блядь. Кто бы ты ни был. We're trailing our teammate by 3 seconds. Кстати, боты, походу, дела еще и, ну, не стоят призраки. Потому что Дегилевич едет передо мной. Он явно сейчас не едет за рулем, и он физичный. Поэтому, если будете его на кока гонять, вы учите. You've got front wing damage. Recommend you box for a new one. Check your MFD for a new strategy option. Это с тобой, Рэмбо? Мой
батя в чате Ютуба написал, что меня выбил Елисеев. Ну, блять, конечно, блять, животное ебаное это Елисеев. Сука, блять, скорости дохуя, а мозгов просто нихуя, блять, бомж ебаный. Еще и Феррари, блять, посадили, пиздец, блять. Ссаная бомжиха, блять. Я понял, Витя, спасибо за информацию. Exit now. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Ну что ж, дождя теперь терпим? У нас вообще выбора нет, да? Иначе мы вообще все потеряем в этой гонке. Мне говорят 10 минут. Что? Мне говорят 10 минут до дождя. 10 минут? Не знаю. Сейчас будет, да? Знаешь, как в США. Сначала 10 минут, потом 15. Поэтому это еще. Ну факт. See some rain. ETA is about 15 minutes. Dries seem like the best tire for now. А мне он сказал от 10 до 15. А у Олега что-то было эпичного? Не, он нахрен подел. Не, он не то, что там даже полез, он, по-моему, breaking point на самом. Проезжай. Первая тройка очень близко едет. Угу. А вот там весело. А кто там? Я, Витренко и Руденя. Они на УЭС? Если сейчас дождь не начнется в ближайшее время, то, возможно, Олег с Софтом-то угадал. Кто его знает, посмотрим. Там
Мне кажется, что как раз таки лучше не верить словам инженера, а поверить